Способны ли вы сейчас взяться за руки и продемонстрировать то, что вы нравственно едины? Вот прямо сейчас. В отличие от многих политиков, которым часто в студии предлагают сделать то же самое, я думаю, можем мы это сделать без всяких трудностей, потому что принадлежим к единой системе нравственных ценностей, которые передаем миру. Хотелось бы это увидеть. Да. Ну, спасибо. Да. Еще один шаг навстречу. В Ватикане состоялась беседа Папы Римского Бенедикта XVI и митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Он возглавляет отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Разговор, как сообщается, длился более часа. Это рекорд для подобных аудиенций. Речь шла о налаживании диалога между православной и католической церквями. Понтифик передал владыке Кириллу частицу мощей святых мучеников, которые отныне будут храниться в православном храме в Риме. Бенедикт XVI отметил важное значение недавнего первого в истории визита Алексея II во Францию. Он передал главе Русской Православной Церкви приветствие и пожелание здоровья. Оценивая итоги своей встречи с понтификом, митрополит Кирилл заявил об оттепели в отношениях между римским престолом. A continuación se firma la declaración conjunta del Papa Francisco y del Patriarca Кирилл de Moscú y de toda Rusia. Подписывается совместное заявление Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всей Руси Кирилла.